теряем. Добавь морфин. Зрачки все еще расширены. Он уходит. Дай мне 50 кубиков адреналина. Он мертв. Мы его потеряли. Господи, это я, Борис. А мы думали, ты ласты склеил. В любом случае умирать не время. Эта бомба скоро взорвется. Да ты че, дебил, собирался взорвать меня здесь? Подумаешь, какая хрень. Если агентство решило от тебя избавиться, они это сделают. Мы нашли бы пару фрагментов твоего тела в растворенном виде. Ну так сохранил бы их на память о старом друге, твою мать. Окей, бери ствол и валим отсюда. Итак, Джек. Мы должны найти дорогу в центр управления. Он должен быть где-то здесь неподалеку. Открой эту долбанную дверь, Джек!
Ты ничего там не видишь? Что за мужчина? Эй! Ты жив? Эй, ты, просто... Я прикрою! Ты слышишь? Он там! Я тебя... Жив. Видел? Он ходил! Он дерьмо! Не смей! Что это было? Что произошло? Что-то послышал. Система активирована. Какая еще Тринити? У тебя вообще все в порядке с ориентацией? Идиот, это Ладин такой? О, мать твою! Что? Я просто подумал, что ты девочка. Ну, если согласна, блин. Какого черта это было? Есть там кто? Я тебя размажу!
Великолепно! Как раз то, что надо. Отсюда я смогу помочь тебе выбраться из этого ада. Когда доберешься до канализации, я пойду за тобой. До встречи. Кстати, возьми этот помповый дробовик. Он как раз здесь. Теперь ты попал. Вот с ним. Ты слышал? Что здесь произошло? Эй, ты в красной рубашке! Я понял, что тебе сообщил. Жив! Эй, ты! Не видел? Ты ничего там не видишь? Объявить тревогу! Ответы свинца! Ты слышишь? Что за хрень?
Объявить тревогу! Ответы свинца! Ты ничего не заметил? Видел? Что за чертовщина? Теперь ты... Ничего не заметил. Хочешь еще, да? Джек, ты меня слышишь? Да, громко и ясно. Подойди к компьютеру. Ты должен ввести кое-что, чтобы открыть аварийный люк. Окей. Чтобы открыть аварийный люк в центре комнаты, введи эти цифры. 4, 8, 15, 16, 23 и 42. О, черт, похоже, это были дьявольские цифры. Что за чертовщина? Что за хрень? Хочешь? Через 5, 4, 3, 2, 1.